Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет видео о том, почему же не стоит ставить новые колечки или новый поршенек на немножко похожий, на немножко угроханный, вернее, цилиндр. Что ж, в общем-то, давайте начнем сначала. Звонит человек, говорит, у меня Piaggio Zip, двигатель четырехтактный. Мы что-то там его немножко подчинили, но он все же плохо заводится. Заводится хорошо, но только с дрельки. И нужно что-то ним сделать. Ну, говорю, привезите, привозят. Разбираю, отмываю, смотрю. И что оказывается? Ну вот, кстати, у нас цилиндр. Цилиндр вроде бы даже так и ничего, так нормально. В нижней точке, куда доходит поршень, как бы не чувствуется такой выработки. Ну а сверху чуть-чуть такая как бы выработка есть. Но, когда мы берем поршнёк без колец, только вернее с верхним кольцом, вставляем его в горшок. Вот, надеюсь, будет слышно, как бы что-то упирается. Это и есть наша злосчастная ступенька. Ну, выработка, то есть. И если же, допустим, поменять колечко, сами колечко поменять, то, возможно, и кое-как, и... возможно, кое-как все это дело не слишком-то долго поработает. Но если поменять поршень с колечками, то зачастую бывает, что верхнее кольцо находится чуть-чуть выше, и обязательно кольцо наскакивает на эту ступеньку, и получается дикий звон. Люди начинают думать, что это коленвал, что это клапана, начинают перебирать, а звук не уходит. И со мной даже такое было, когда я начинал ремонтировать Альфы. В общем-то, пригнали Альфу, там была немножко такие подшатанная СПГ, я, в общем-то, купил новый поршнёк, новое колечко собрал, и двигатель начал довольно-таки прилично стучать. Я клапана, ракера, коленвал, сцепление, в общем-то, ротор генераторов, что я только не перебирал. Но потом, когда я поставил новую поршневую, звук исчез, и двигатель работал как часик. И тогда я понял, что проблема в поршневой группе. Именно в вот этой вот ступеньке, которая очень быстро угрохает новый поршнёк с колечками. Ну, может, не очень быстро, но угрохает. Цилиндр, конечно же, у нас под расточку. Диаметр цилиндра у нас 39 мм. Цилиндр у нас Piaggio, лидер, по-моему, да. В общем-то, подходит от китайца. Ремонтный размер 0,25 или 0,50. Кстати, это самый слабенький цилиндр. Есть еще и 47 или 44, по-моему. В общем, не в курсе, кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Что ж, как бы с поршневой у нас все понятно здесь. Надеюсь, будет полезно. Если кто видит вот такую вот ступеньку, то задумайтесь. Или все-таки будет лучше купить новую поршневую, или расточить ее. А еще один нюанс, который касается клапанов. Вот у нас впускной клапан, я его так немножко почистил дрелькой даже, потому что мне нужно было замерить размер. У нас просто шикарнейшие фаски. Лучше и я не видел. Вот так вот. А, опять же, из-за чего? Из-за того, что отсутствовал фильтрующий элемент, в двигатель гнала грязь и вот так вот выжила. А вот впуск еще более-менее так... Ну же, вот, жойчик. Ну ладно, клапана у нас... Длина ножки 69 мм, это у нас 16 мм шляпа, а здесь 19. Думал, что будут проблемы с клапанами, где же я их буду искать? Наверное, на eBay, это будет долго, это будет дорого. Но нет, есть вот такие вот клапана от QMB-шного двигателя. Не знаю, правда, какой код именно двигателя. Но есть точно такие же клапана. Опять же, 69, 19, 16. И ножка, конечно же, 5. Да, 5? Да, 5. Да, 5 мм ножка. Толщина ножки, вернее, 5 мм. И стоят они, не знаю, хорошие клапана, то ли 200, то ли 220 гривен, ну где-то плюс-минус так. Ну, в общем-то, неважно, а оригинал, ну а оригинал стоит намного-много дороже. Так что здесь мы навели фасочки, вернее, фасочку навели только на впускном клапане, так как на выпуск она просто идеальная. Да, и... В общем-то, жаль, что не удалось снять замену направляющей. Направляющая здесь была немножко такой иной формы. Кстати, ну, хотя бы покажу, что у нас, какая направляющая была. Вот такая вот у нас была направляющая. Как видите, не похожа на QMB-шные, FMB-шные двигателя. Сама толщина как бы одинаковая, но вот есть кое-какие конструктивные отличия. Именно вот такие вот, если вот так вот держать. Но
хороший дядя токарь, в общем-то, с вот такой вот втулкой сделал нам вот такую вот. И у нас все в порядке. Вернее, не втулка, а направляющая. Опять я путаюсь. Что ж. Что ж, вот и все. Перепрессовали. Нарезали фасочки. Сальники, в общем-то, оставили те же. Они в идеальном состоянии. Как будто новые. Резина мягкая. Пружинки в норме. Что ж, ну а насчет цилиндра, думаю, все понятно. Ребят, если видите вот такую вот штуку, ступенечку, поверьте мне, не стоит там пихать кольца, поршень с кольцами. Купите новый или расточите, это вам сэкономит кучу нервов и, наверное, денег. Ну вот, собственно, приехали наши клапаночки. Вот такие вот клапана. Кстати, на упаковочке написано «Кумко». Здесь я еще с 80, ну, в общем-то, клапана стали как родные, они всего, вот эти вот клапана, ножка всего меньше, то есть высота меньше на 0,5 миллиметра. Ну, это не критично, клапана, в общем-то, стали отлично, я их притер, проводил бензином, все хорошо, все в порядке. Чуть-чуть маслом смазал механизм для того, чтобы, ну, понимаете, чтобы на сухую его не стартовало, печально немного. Не нравится, в общем-то, мне так, так что я всегда мажу. Ну и вот, в принципе, с головкой пока что все. А теперь ждем на поршневую группу и на новый натяжитель. С тяпочкой у нас все в порядке. Все звезды у нас в порядке, кстати. Вот здесь у нас находятся метки. За распределение. Вот так вот. Ну и, конечно же, на роте есть ВМТ. Ну вот, когда я буду выставлять метки, то, конечно же, покажу. В общем-то, там не так, как на китайских GI6-х. Ну вот и вернулась наша поршневая из расточки. На этот раз сделали ее ребята из Киева, из магазина MotoBS.ua. Тоже, кстати, отлично делают. В общем-то, все ссылочки на ребят, на расточку поршневой группы, на сам магазин будут в описании. Что ж, а мы сейчас распаковываем, сейчас мы посмотрим, что и как. Ненавижу вот эту вот пленку из новой почты. Она так всегда противно отклеивается. Иди сюда. Поршнёк у нас должен быть в валан, или валан-то опять не знаю, как правильно. Не суть важная. Блять, я не помню, как я запаковывал ее. Кошмар. Это у нас механизм натяжителя цепи ГРМчика. Потому как наш, ну, видели, что он был сломан. Вот такой вот новенький. Еще у нас есть, конечно же, новая прокладочка. Болты даже в комплекте идут. Собственно, и наш поршнёк Honda GI6 50, 0,50 размер. То есть плюс 0,50. Так, ну ладно, коробочку вон. Поршнёк у нас, по всей видимости, внутри цилиндра. Так, это пальчик топора. Ну и сами колечки. Конечно же, как всегда, проверяем, как же цилиндр у нас сидит. Фу, какой цилиндр? Как же кольца сидят в нашем цилиндре? Так, вот это вот у нас замок. И как видим, все у нас отлично. Никаких просветов. Ничего такого. Нету. Ну и теперь можно будет все это дело собирать и ставить на двигатель. Сейчас все, как всегда, бензинчиком отмоем и собираем обратно. Да. Не, ну в реале. Да, походу, по-моему, блин, или соляра, или какое-то масло. Вот не пойму, что это. MotoBC, отпишитесь в комментариях, что это, чем вы поделитесь секретом, чем вы поливаете вот поршневые. Думаю, будет интересно, потому как, ну, на первый взгляд, блин, сейчас пахнет каким-то маслом. Сначала пахло солярой, теперь пахнет маслом. Не знаю. По мануалу на генераторе есть две метки. Одна и вторая. И нужно выставлять верхнюю мертвую точку вот именно по этому вот выступу. То есть, если двигатель крутится по часовой стрелке, то это второй. Вот первый, вот второй. Я так помазал маркером, чтобы было видно. И его нужно совместить с датчиком. Вот здесь метка тоже маркером прочертил, чтобы все было видно. Вот, это у нас есть в ВМТ. На распредвале, вернее, на звезде распредвала у нас также есть метка и меточка на головке. Конечно же, они должны сойтись. Вот и все. Здесь остается у меня по мелочам подключить вакуумный шланг, топливный шланг. Масло, кстати, я уже залил. Залил эльф. Здесь V40.
Потом, конечно же, нужно будет сказать владельцу, чтобы залил что-то получше. Наверное. Да. Ну что ж, сейчас поставим клетчаточку, крышки охлаждения, прокачаем топливо, поставим выхлоп и попытаемся его завести. Наша телега собрана, готова, едет. Работает просто как часики, все в порядке. Никакого дыма, ничего нет, но понятно же, расточно-поршневая, новые клапана, но, в общем-то, она мне не нравится. Сейчас объясню, почему этот двигатель мне не нравится. Ладно, давайте потихонечку будем ехать. А не нравится мне этот двигатель из-за того, что он очень и очень слабый. Как именно он слабый? У этого движка мощность всего 3,5 лошадиные силы при 6700 оборотов и 3,7 ньютона-метра. Это очень мало, очень мало. И при том, что у нас такой вот маломощный двигатель, то здесь еще очень сильно у нас задушен коммутатор. В общем, как бы я ни крутил газульку, какие бы ролики ни ставил, он не хочет крутиться. Вот что в горку он поднимался, вот что с горки газ полег. И как видите, он не может перейти за вот эту вот красную отметочку. Это у нас 45 км в час, вот вроде бы что-то и побольше перешел. Ну. И вот конкретно сейчас я слышу, что он как бы пропускает, коммутатор пропускает, не дает раскрутить двигатель, то есть отсечка, конкретно так слышна отсечка. Но у этого двигателя есть один огромный плюс, это его экономичность. В общем-то, уважуха за это, вот просто уважуха, вот буквально едет на воздухе этот двигатель, вот. Мне нравится. Ах да, конечно же, у нас висит датчик, термодатчик, в общем-то, закрепил я его на цилиндр. И смотрю, какая же температура цилиндра у нас при движении. Ну, это, скажем так, приближенная температура цилиндра. Потому как знаете, у нас стоит дуйчик, который обдувает цилиндр. Ну, в общем-то, 87 градусов. Ну, максимум, что мне удалось поднять, это 92, по-моему, градуса. Все, больше никак. Конечно же, температура намного больше подскакивает, когда остановиться, когда нету обдува, где-то 96-97, иногда там соточка есть. Наверное, это и есть такая температура цилиндра, потому как нету обдува. Ну, в общем-то, датчик неплохой, кому интересен такой вот датчик, ссылочка на него будет, конечно же, в описании. Заказывал я его с Али. Где-то он там стоил полтора вроде бы доллара, как говорится, дешево и сердито, но работает. Один такой же у меня стоит на моей Honda 900, в общем-то, работает все отлично. А второй у меня вот так вот, скажем так, для ремонта, что ли, чтобы поставить, все дороги следить за температурой, что у нас и как. Ну, конечно, такую маломощную технику не перегреешь, но все же, ну, мне хочется, мне вот хочется видеть, вот какая температура и все. Что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте вот такую вот штуку, делитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо и всем пока! I just want to